Я помню, крестил одну еврейскую пару семейную. Они не выходили уже из дома, два старичка такие. Очень похожи друг на друга, маленькие такие, щупленькие такие. Какой-то мужик у нас там один, там еще во Львове это дело было, но такой был миссионер, стал, ходил по старикам всяким, находил из них некрещенных и, так сказать, спрашивал, вы хотите креститься? Типа, он умирает скоро там, вы хотите креститься? В общем, пугал стариков, короче. И некоторые, на удивление, говорят, хотим. Я пришел однажды в семью, очень такие пожилые, благообразные, чистенькие, аккуратненькие такие. Они такие, типичные еврейские лица такие, значит, сидят. Он говорит, вы, наверное, хотите спросить про мою национальность. Я говорю, боже, сохрани, не хочу ничего спрашивать. Мне совершенно не важно, какая ваша национальность. Хорошо. Значит, он был Боря, там она была, там, Аня, там, Анна, там что-то как-то так. Короче, мы все там покрестили, в общем, там, осветили воду, все положено, какую-то миску там еще. Зажгли свечи, значит, там, осветили воду, помазали елеем, там, собственно, крестили их, там, как-то, ясно, что не погружали, а там, обливанием крестили. Мира помазал, там, прочитали Евангелие, попели, покатили, все сделали, даже причастили, кажется, их, он взял дары спасные. Потом он говорит, этот дедушка Боря, говорит, сидит так, какая интересная у вас работа. Он говорит, я думал, вы придете, оденьте мне крестик. А вы полчаса с Богом разговаривали. Сказал дедушка Боря, понимаете? Вот. И он ему говорит, давай креститься, помрешь скоро. Он говорит, ну давай, он думал, что придут на него крестик. Он говорит, все, дед Боря, ты теперь христианин, поздравляю, ну хватит. Дали куда-то под дверец, пожали руку, там все, значит, такое. Нет, говорит, какая интересная у вас работа. Вы так долго с Богом разговаривали. Вот, все.